Два раза в год ряды вооруженных сил Казахстана пополняются новыми солдатами. На основе всеобщей воинской обязанности более 200 новобранцев из разных регионов страны пополнили ряды воинской части 5510. С военнослужащими и их родителями пообщалась наша съемочная группа. Весенний призыв завершился 30 июня. За это время по стране планировалось призвать более 18 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Ряды Национальной гвардии воинской части 5510 в выходные пополнились более чем 200 солдатами. Поздравивший новобранцев с присягой заместитель главы региона отметил, что в последние годы служба для молодежи становится все более престижной. В высших учебных заведениях страны обучаются 50 наших будущих офицеров-земляков. Для них долг, честь и служение Родине – это не просто слова. С каждым годом в нашем регионе растет количество молодежи, которая хочет отбыть военную службу. Это отличный показатель. После поздравительных слов новоиспеченные бойцы вооруженных сил торжественно приняли военную присягу. Многие из ребят только недавно окончили школу или колледж. Для них срочная военная служба – первое взрослое испытание в жизни. Но многие из них отмечают – к службе они готовы. В первую очередь хочется сказать, что я очень горд служить в рядах Национальной гвардии Республики Казахстан. Сегодня я могу официально сказать, что я являюсь солдатом и буду с гордостью произносить это до конца своей жизни. Хочется пожелать всем солдатам в дальнейшем легкой службы, здоровья им и их близким и мирного неба над головой. Я старший сын семьи, получается. Сегодня первый, принимаю присягу. Я их очень всех сильно люблю. Я рад, что они сегодня здесь со мной. В стороне не могли остаться и родители солдат. Несмотря на расстояние, часть новобранцев прибыла из южных и западных областей Казахстана, родные и близкие прибыли в Кокшетау, чтобы пожелать своим детям легкой службы. Я хотела бы выразить в первую очередь огромную благодарность воинской части 5510. Сразу видно их профессионализм. Мы спокойны и в завтрашнем будущем, что наши дети попали именно в эту часть. Я очень горжусь своим сыном. Сейчас, смотря без слез на это очень трогательно, без слез на это я смотреть не могу. В ходе торжественной присяги бойцы продемонстрировали технику рукопашного боя, а также навыки обращения с оружием. Но главным моментом для всех собравшихся стала возможность увидеться с родными. Через год они предстанут перед семьями уже не просто солдатами, но полноценными защитниками Родины. Василий Павлиди, Жерсон Амырзак, Кокши Акпарат.